Здравствуйте, с вами магазин «Горные вершины», меня зовут Александр, и сегодня мы поговорим про байкпакинг, про велосумки такой известной интересной компании, как Outlip. Чем они уникальны, почему они пользуются всемирной популярностью. Немецкая компания Outlip ведет свою деятельность с 1982 года, получила мировую известность за счет непосредственно качества своих сумок, за этого их и любят. В большинстве своем люди, которые путешествуют на велосипедах по миру, выбирают сумки именно у этого бренда, потому что они действительно выдерживают различные погодные условия, справляются со всеми неожиданностями. За счет чего же достигается такое качество? Все эти сумки имеют класс влагозащиты IP64. То есть это полная защита от попадания воды, влаги и пыли. Ваши вещи они будут защищены, даже если вы попадете под какой-нибудь сильный дождь или вас окатят из лужи машины. Также все швы абсолютно герметичные, благодаря запатентованной технологии пайки. Пожалуй, поговорим сейчас о самых популярных видах сумок, местах крепления, и начнем мы с задней части велосипеда, сумки, которая называется баул. Это самая большая подседельная сумка, если так можно назвать. Крепится она на штырь непосредственно из-за рейла седла. Они бывают разных объемов, имеют все возможные утяжки, дополнительные крепления. Сумочка, она разворачивается, можно закрепить что-нибудь сверху. Непосредственно тип крепления этой сумки на посадильный штырь позволяет избавиться от использования багажника. Иногда его сложно поставить на велосипед, иногда просто не хочется утяжелять конструкцию. Но если вы собираетесь в очень дальний поход и количество вещей просто зашкаливает, конечно же, есть и сумочки на багажник. Они продаются парой, суммарный объем у них 25 литров. Из примечательного – это очень легкое и удобное крепление, светоотражатели, ну и, конечно же, они полностью герметичны. Переходим в центральную часть велосипеда, и самое популярное место крепления сумочки – это внутри рама, внутри переднего треугольника. И вот арлиповские сумки, они сильно отличаются от большинства. То есть можно обратить внимание, что верхняя часть, именно крепление сумки, она охватывает трубу, защищая ее от истирания. Молния, она очень плотная, непромокаемая. В принципе, такие молнии используются на гидрокостюмах. То есть все ваши вещи также останутся сухими. Из приятных мелочей даже петельку от собачки можно сфиксировать, чтобы она не болталась. А чуть выше можно расположить маленькую сумочку для каких-нибудь ништяков. В комплекте есть ремешок и поролоновая прокладочка. Для руля есть свои специальные сумочки с удобным креплением, легким доступом и прикольным карабинчиком. Благодаря этому к ней всегда имеется легкий доступ даже во время движения. А еще у компании Outlip имеются специальные сумочки на ноги-вилки, точнее на болты на ногах. У них легкое крепление, оно идет в комплекте. По сути, нужно закрутить крепление, а сумка, она быстросъемная и представляет собой также гермомешок. Полностью не пропускает влагу. Также сбоку имеет светоотражатель. Мы рассмотрели часть из ассортимента сумок компании Outlip. На самом деле их, конечно, куда больше. Со всеми представленными моделями вы можете ознакомиться на нашем сайте, ссылочка она будет в описании. А если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео или звоните нам. Ну, на этом все. С вами был магазин «Горные вершины». Не забывайте подписываться, ставить лайки. До свидания.